Всем привет! Вы на канале Мои рецепты и с вами Людмила. Сегодня готовлю очень сытный салат с грибами и фасолью. Для салата мне понадобится 300 грамм шампиньонов. Нарезаю их небольшими кусочками, а затем нарежу мелко одну крупную луковицу. Шампиньоны обжарю, выкладываю их на сухую сковородку раскаленную и закрываю крышкой. Они должны выделить сок. Затем открою крышку и буду жарить до испарения жидкости. Жарю на подсолнечном масле только после того, как испарится вся жидкость. Вливаю подсолнечное масло, а сверху добавляю лук. Перемешиваю и жарю до готовности лука. Затем добавлю соль и черный молотый перец. Перемешаю, отставлю в сторону для остывания. Пока остывают грибы с луком, нарезаю две отварные морковки кубиками. Соединяю все ингредиенты в салатнике. Для пикантности добавлю один зубчик чеснока в майонез и перемешаю. А также в салат добавлю консервированную фасоль. Заправлю майонезом, перемешаю и салат готов. По желанию в салат можно добавить зелень укропа или петрушки. Получается очень простой, быстрый в приготовлении сытный салат. Всем советую приготовить. Готовьте по моим рецептам, радуйте своих родных, подписывайтесь на канал. Как всегда, жду ваши лайки и комментарии. До скорых встреч!